У каждого из нас в жизни есть миссия. Ты понял, в чем твоя миссия, мать твою? Понял. От Денниса Келли. Это графический роман. Называется «Эксперимент Утопия». Он про ученого, который заключил сделку с дьяволом. Еще ни одна теория заговора не была доказана. Ну а что насчет утопии? Все же там есть кое-какие странные совпадения. Думаешь, рукопись у него? По-моему, это все об утопии и Марке Дэнни, который ее написал. Мой приятель хочет задать вам вопрос. Им нужно что-то скрытое во второй части утопии. Меня зовут Джессика Хайт. Идите за мной или умрете. Расскажешь нам, что происходит? Он преследует нас. Ваши жизни никогда не будут прежними. За следующие 48 часов вам нужно попрощаться со всем, что вы знали и на что полагались, и принять новую реальность. Если справитесь, выживете. Если нет, погибнете. Утопия. Вы даже не представляете себе, насколько они могущественны.